Привет, вы на канале «Дети звезд». 9 октября отметил 44-й день рождения известный актер Егор Бероев. Он представитель знаменитой династии, основоположником которой был его дед Вадим Бероев, сыгравший майора Вихря. В 35 лет он, к сожалению, ушел из жизни. Но у него осталась дочь Лена, которая, как и отец, после ГИТИСа устроилась на службу в театр имени Моссовета. Она осталась верна своей девичьей фамилии и никогда ее не меняла. Более того, дала ее своим детям. Первый раз Елена вышла замуж за актера Вадима Михеенко и родила сына Егора, но уже через год они развелись. От новых отношений у нее появился сын Дима, но опять не сложилось. И только с Юрием Черкасовым ей удалось создать счастливую семью. Егор был непростым подростком и часто впутывался в серьезные проблемы, вплоть до нарушения закона. У него в юности было 6 приводов в милицию. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы он не увлекся театром. Дед всегда был для него примером, но парень мечтал самостоятельно добиться успеха. Понимая, что в ГИТИСе ему не избежать сравнений, он выбрал училище имени Щепкина и там всегда скрывал родство со знаменитым дедом. Мама и бабушка при этом настраивали мальчика против родного отца, а тот решил, что все само наладится, когда сын вырастет. Напомним, Михеенко был очень популярен в 70-е и 80-е, а потом стал невостребован. Да, и его личную жизнь примерной не назовешь. Он пытался создать семью 9 раз. И только спустя годы, когда перенес несколько инфарктов и инсульт, он понял, что главное в жизни – это дети. Тогда Михеенко попросил прощения у сына и поздравил его с днем рождения. Так Егор постепенно стал общаться с отцом. Эта ситуация научила его быть ответственным мужем и папой. Он уже больше 20 лет счастлив в браке с Ксенией Алферовой, которая подарила ему дочь Евдокию. Также супруги стали организаторами благотворительного фонда для особенных детей и взяли под опеку мальчика, который потерял родителей. Этот замечательный артист успевает не только проводить время с семьей и работать, он еще и занимается спортом и придерживается здорового образа жизни. Пожелаем этой прекрасной семье всего самого наилучшего. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!